Певица Елена Преснякова утверждает, что Никита Пресняков очень скучает по России. Сейчас внук Аллы Пугачевой живет в США, куда уехал в 2022 году, после того, как в России была объявлена мобилизация на фоне российской военной спецоперации на территории Украины. В США он начал развивать карьеру клипмейкера, а также недавно собрал группу и дает с ней концерты. По словам Елены Пресняковой, Никита поет также песни Самоцветов. Об этом она сообщила представителям портала news.ru на фестивале «Славянский базар» в Витебске. Также Елена Преснякова отметила, что Никита в Россию возвращаться не планирует, поскольку на него набросятся. Поэтому он и далее продолжает работать в США, а она к нему уехать не может из-за проблем с оформлением визы. Артистка отметила, что в США Никита собирает полные залы. Видео с одного из его выступлений ей показала знакомая, которая попала к нему на концерт. Говорит, вот сняла, посмотрите, как работает Никита. Полный зал, уже наши песни поет, рассказала Елена.